сотрудники отдела уголовного розыска по городскому округу задержали двое жителей Рязанской области в возрасте 35 и 53 лет, один из которых ранее судим, подозревается в совершении кражи. По данным сотрудников газовой службы, мужчины похитили пенсионерки 80 тысяч рублей. Они предъявили поддельное удостоверение и воспользовались доверием женщины. В том же порядке задержали подозреваемых возле одного из домов на Юбилейном проспекте. Все похищенные деньги изъяты. 15 тысяч я клала, когда сняла это на еду и за квартплату заплатить. А НЗ у меня лежали 65 тысяч. Все забрали, да? Да, все забрали. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса. Как давно вы находитесь на территории Московского? Устанавливают причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.